When Mahaprabhu Nimai Pandit did the first Nagar Sankirtan, когда Махапрабху и Нитянанда Прабху пошли на первый Нагар Санкиртан в Панавадвипе, они остановились у дома dancing, Колавеча Шридхара hut, and и стали танцевать возле его дома. Тогда Махапрабху нашел какой-то старый грязный кувшин с водой в его доме, и он схватил его и стал жадно пить эту воду и сказал, какой нектар. Предложил мне листок, плод или воду, это стих из Бхагавад-гиты. He has another pastime, the Mahaprakash. В этой связи вспоминается. И Махапракаш также связан с именем Колавеча Шридхара. Когда Махапрабху 28 часов восседает на Нрисимхасане, проявляет божественное настроение, исполняя внутренние желания, духовные желания всех преданных, даруя Кришнапрему, и в это время является Колавеча Шридхар. Well, I should say that before that. Nimai Pandit. А, еще до этого. Why he loves Nimai Pandit, so much. Почему he он так любит Колавеча Шридхар? To buy leaf он всегда приходит к Колавеча Шридхару и покупает у него эти тарелочки, но он никогда не платит Shridhar за них. Даже пайса. You know, that's not the price I'm asking for. Remember, he's asking for almost nothing. And Nimai Pandit will say, give me a discount. And I'll say, I can't give a discount. I've already discounted it. Что это за цена? You could buy from somebody else. No, I want to buy from you. Это слишком дорого. Дай мне скидку. So, Колавеча говорит, зачем? Какая скидка может быть? Тут они не стоят ничего. А какой скидки ты говоришь? Бери за даром. And spends half of his nothing on Ganga Puja. That's the man he's cheating. So обманывает Колавечу, Махапрабху обманывает кого? Этого бедняка, который половину своих жалких грошей тратит на пополнение Ганги. Он обманывает его, и он любит его. Махапрабху говорит, я знаю твое сердце. Колавеча молится. Мое желание, мое одно желание только в том, чтобы жизнь за жизнью этот прекрасный брахман приходил ко мне и обманывал меня, и забирал у меня все.